Привет, меня зовут Миша Киокунтак, и мы продолжаем играть в игру Hello Neighbor. Сегодня у нас в планах попасть в последний, третий кошмар соседа за зеленым замком. Нам нужно получить, соответственно, зеленый ключик. Но вот я бегал, днем все-таки удалось попасть сюда, открылась дверь. Давайте посмотрим, что здесь нас ждет. Пока ничего необычного. А, так, еще. Давайте положим пока зонтик вот сюда. Отодвинь. Открой, открой. Вот. Молодец. А, так. Здесь заперто. Непонятно, как сюда зайти. А здесь открыто. Ну ладно, пойдем сюда тогда. Ага. Еще один фонарик. Блин, ну как же ж пройти? Ой. А подожди, стоп. Тут идет провод. Провод. Так, аккуратно, аккуратно. Не упади. А, вот хитрая ты задница. Это ключ-карту, чтобы разморозить в холодильнике на первом этаже. Скорее всего, да. Но нам тут что-то нужно сделать еще. Это куда дверь ведет? Это коридор, но нам сюда не надо. Хотя можно будет, в принципе, открыть сюда доступ. Займемся этим сейчас. На всякий случай пускай будет, наверное. Не знаю, правда, насколько это нужно. Но, допустим, чтобы можно было так ходить, по дому каждый раз не бегать. Вполне себе неплохо. А, замечательно. Такс. Фонарик еще один. А почему еще один? А где наш фонарик? Стоп. Это... ну, фонарик где-то исчез у нас, нашей получается. Ладно, давай. Нам зонтик пока больше нужен. Зонтик. Как же ж тебя вырубить, а? Так. Танчик. Ну, танчик нам не нужен. Ой, выбили окно. А, ну туда нам не надо. Туда точно нет. Картина. Картина, это же... Да, это эта комната. Слушай, а зачем это тут? Можно дротики побросать, но я думаю, это не надо. А, все-таки, наверное, я понял. И фонарик зачем здесь лежал? Нужно поставить все, как было вот здесь. А, ну давай попробуем, давай. Так, возьми фонарик. Молодец. Зонт! Фух, я уже испугался, что зонт забагуется и куда-то улетит. Зонтик нам еще нужен будет. Это 100%. Так, где фонарик лежит? На этой полке. Как тебя сюда положить? А ну, подними его. О, ништяк. Фонарик есть. Так, гитара. Где тут гитара? Нет гитары. Представляешь, нет гитары. Может, я что-то пропустил? И сюда не зайти, да? Очень странно. Так, ну ладно. Стой, ключ, ключ, ключ. Не надо, не надо ключ. А, так. Допустим, кепка еще нужна и скейт. Где кепка? И кепки я что-то не вижу. Ладно, подушка. Подушка у нас есть, а кепка где? Что-то я нифига не понял. Хорошо, допустим, подушка и скейт. Окей. Подушка, скейт вот здесь лежит. Где-то вот здесь примерно. Так, а это на что-то нажимается. Но нужно скейт поставить. Я правильно его поставил или нет? Вот так, наверное. Да, что он типа колесом туда нажимает. А подушка. Не понял.
Что, сосед сюда бежит, что ли? Где он нас спалил-то? Да ладно! Как ты сюда пробрался-то? Слышь ты, говнюк! Я тут еще бегал в попытках туда попасть и наткнулся на такой баг или не баг, я не знаю. Вот можно двойным прыжком, получается, вот сюда вот прыгнуть. И я открыл куда-то дверь, не знаю куда. Еще у нас, кстати, где-то зонтик потерялся, блин, надо найти будет. Спускаемся. И что это за комната? Манекен смотрит в окно. А можно его взять даже? Зачем нам манекен? Не, он тут не стоит. И непонятно, куда это ведет. Ну, я даже не знаю. Просто комната как комната. Так, нужно выбраться отсюда. На это уйдет какое-то время. Игра, видимо, забаговалась в прошлый раз, потому что у нас уже был открученный вентиль. И вот там нужно было открутить вентиль, чтобы пошла вода, и, собственно, в эту дверь открылся проход. Это, конечно, гениально. Сколько я бегал, блин, пытался что-то сделать. А вот и недостающий элемент, гитара. Блин, нам нужно что-то выложить. Что нам не жалко. А, ну нам вентиль пока не нужен, в принципе, ладно. Кинем сюда его. Возьми гитару. Молодец. Так, идем, идем. А, где гитара? Просто возле кепочки стоит вот здесь. Да блин, поставь ты ее. Что ж ты делаешь? А, скейт, блин. Скейт должен более как-то ровно, наверное, стоять. Вот так, да? Все, по-моему, все должно открыться было. Давайте попробуем. Аккуратно. Чу-чу-чу. Не упади, не упади, не упади, блин. Как тебя штырит. Да-да-да, открылось все. Теперь бы туда еще попасть, конечно. Вот сюда, на эту решетку, чтобы не улететь никуда. Это, конечно, проблема. Тихо, сосед, иди в задницу. Все, замечательно. Что мы ему открыли? Точнее, себе. Так, 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 тихо, не багуйся, не багуйся, я тебя прошу, не багуйся. Здесь он нас пока не достанет. А, это мы отключили, значит, в холодильнике сейчас питание и можем взять ключ-карту. Давайте возьмем это дело, если он нам позволит, конечно. А, где ж ты, соседушка, где ж ты? Нам нужно это сделать очень быстро, быстро, быстро. Давай. Блин, она еще тает. Льдинка уменьшается, нам нужно дождаться. Сосед, не иди сюда, пожалуйста, не иди. Как же она долго тает. Я даже боюсь выглядывать. Потому что я знаю, что он где-то здесь. Этот подлец. Так, 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 тихо, тихо, давай, ты уже почти растаяла. А у нас есть место для нее? Есть. Вообще идеально. Слушай, идеально. Тихо, 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 не-не-не, сосед, не-не-не. Скотина ты такая, ну ты скотина, а? А, давай сейчас попробуем. Наверняка уже растаяла. Да, 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 бери ее. Да блин. Тупо свинья такая, не сосед. Забирай. Все, можешь палить нас. Мне пофиг. А сосед нас спалил, но у нас есть ключ-карта. Но прежде чем попасть в подвал, нам нужно... Нам нужно что? Нам нужно еще один кошмар пройти. И судя по тому багу, на который я нарвался, там где была вагонетка, я думаю, нам не нужно будет париться, чтобы доставать второй граммофон. И, собственно, мы сможем пройти и так туда. Мне так кажется. Давайте попробуем. Я уверен, у нас все получится. Так, ключ-карту где бы кинуть, чтобы потом она не забаговалась, не исчезла. Давайте положим себе на стол. Я думаю, сосед не заберет ее. И пойдем. Там на крыше... На крыше что-то есть. Что-то есть. Давайте узнаем, что... Так, нам нужно еще туда вылезть как-то. Фак, он сюда лезет, скотина.
Мы как-то можем туда еще попасть? Куда нам нужно или нет? Где наш зонт? Тихо, блин, перелетел. Фак. Что ж ты сделаешь? Может, он уже спустился? Нифига себе. Как стульчик забаговался. Он еще ползет вверх. Ну давайте подождем. Подождем, пока он выползет туда. Он что, назад будет сейчас лезть? Или он уже спрыгнул? Вот это он тупой. А зачем он наверх лезет, если он нас спалил? И убежал куда-то. Вот это дебил. Ну, молодец, сосед. Ты нам очень помог, конечно. Так, на крышу. Как мы попадали на крышу с тобой? А, вот. Собственно, сюда. Да-да-да. Сюда мы вылезли. И вот. Так-так-так, вылезай. Давай, давай, давай. Давай багом. Хотя, может, это и не баг. А ну-ка. Тихо-тихо-тихо. Нам сюда, может, нет? Давай по этим цветкам. Вылезешь? Да присядь. Нет, они мешают. На самый верх мы не можем залезть. А нам нужно вообще на самый верх? А что здесь? Подожди, стоп. Это механизмы. Механизмы, если я не ошибаюсь, это как раз, чтобы отключить большой магнит. И нам нужно что-то сюда кинуть. Так, давай спустимся с тобой. На рельсы вагонетки. Да. Сейчас мы спустимся. Нифига себе, как он там бегал, этот сосед. Он вообще спокойненько где угодно бегает. Ничто ему не помеха. Так, хорошо, нам нужно что-нибудь туда кинуть, чтобы оно забаговалось там. Сломать этот магнит. Мусорный пакет оно разобьет, скорее всего. Вот бы крышку из бака. Думаю, идеально вообще. Нифига себе, беги, 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 беги от него, беги. Давай, давай, давай. Мы вылезаем. Все, сосед уже не гонится. Вот это он, конечно, дает. Так, куда нам сюда? Аккуратно. Главное не упасть. Вот и все, идем против системы. Не нужен нам второй граммофон. Спокойненько себе и на одном граммофоне это все проходим. Фух, чуть не перелетел. Так, бросай. Эй, брось его нормально. Все, идеально. Эту штуку мы сломали. Так, вылези отсюда, я тебя прошу, вылези. А, вот все. Теперь нам надо... Нам надо попасть на одну из станций, не помню на какую. И главное, чтобы нас вагонетка еще не убила. Она может. В любой момент. Так, так, так. Фух, успел. Да, нам сюда. Как раз сюда нам и нужно. Вылезай. О, замечательно. Двойной прыжок вообще тут в тему. Все, зеленый ключ. Зеленый ключ. Иди сюда, иди к папочке. Вот, все. Так, зеленый ключ, и нам нужно обратно на первый этаж. Пошел нафиг. Опа, а ты сюда не прыгнешь. Нет, ты прыгнешь, блин. Вот скотина какая. Аккуратно, аккуратно. Куда, куда, куда бежим? Не знаю, блин, куда-то бегу. Ладно, давайте просто вниз. Самый низ. Самый низ. Спустились. Вот так. И побежали, собственно, в новый кошмар. За зеленой дверью, так, где наш ключик? Блин, скотина ж такая, спалил все-таки в конце. Почти добежал. Ну ладно, в принципе, это уже не суть важно. Важно, что у нас есть ключ. И мы сейчас сюда попадем. Идеально, просто идеально. Давай, открывай. Итак, у нас новый кошмар, это страх школы. Нужно пройти здесь, получается, пока звонок. Все ученики сидят, но кто-то бегает. Я даже не знаю, как это пройти пока что.
Вот сейчас к нам бежит уже один. Пока что прячемся. Так, зазвонил звонок. Бегом, бегом, бегом. Так, нужно быстро пробежать это все. Нет, такая тактика тут не сработает. Давайте ждать звонка и будем тогда только бежать. Это будет более разумно. Все, давайте бежать. Так как, блин, что за бред? Эти училки или кто, они постоянно тут бегают. Когда же до вторых ящиков добежать? Я не знаю, давайте пробовать. Так, звонок зазвенел. Но эта скотина все равно сюда бежит. Хотя остальные сидят. О, все. Быстро прячься. Да почему, блин, что за бред? Как добежать-то туда? Ждем звонка. Звонок есть. И оно уже летит к нам сюда. Пофиг, что был звонок. Вообще пофиг. Как тебя пройти-то? А знаете, что самое смешное? То, что пока я не пройду, это я отсюда никак не денусь. И я даже не знаю, что делать. Вот я до второго ящика как-то добежал, но я понимаю, что мне еще бежать и бежать. А тут училки эти бегают, фак. Я с каждым разом все больше удивляюсь, блин, сколько тут попыток нужно потратить, чтобы добежать сюда. Это уже третий шкафчик. То есть я уже в двух прятался, это третий по счету. Я не знаю, блин, у меня уже жестко пригорает, конечно. Но будем пытаться пройти это. Блин, манекены бегают. Сейчас перерыв у них. Ждем, пока окончится перемена. И вон побежала, зараза эта бегает. Так, 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 беги, 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 беги. Фух, мы еще дальше прошли. Это просто что-то невероятное, серьезно. Я уже устал, блин, от них прятаться. Очень стрёмная хрень. Так, получается у нас перемена сейчас. Они там бегают, бушуют, да? Мы снова дошли туда, где были в прошлый раз. В общем, нужно еще несколько рывков, наверное, сделать, и все будет нормально. Сейчас ждем конец перемены. И быстренько беги, 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 беги. Прячься. Молодец. Ох, это, конечно, жопа боль та еще, просто невероятная. Так по чуть-чуть, по одному шкафчику прячешься, ждешь, когда у них закончится перемена. Они уселись на места, и сразу же бежать надо, сразу же бежать, бежать, бежать. Я тут, можете, не успею даже. Да сядь ты сюда. Они не садятся сюда. А все, все, мы прошли. Походу прошли, да? Ого, что это за манекен такой жесткий? Ни хрена себе. Капец, а? Отбивайся, отбивайся от него. Все, ништяк. Отлично, получили ачивку и прошли, получается, теперь уже все три кошмара соседа. Зеленый ключ нам уже больше не нужен, я так полагаю. Давай откроем это. Куда это ведет? Открывай. Да убери ты замок, скотина. Убери его. Пошел вон. Пошел отсюда вон. Итак, что у нас получается? Мы прошли три кошмара соседа, и теперь у нас есть доступ в подвал. Мы уже взяли ключ-карту и можем спокойно туда попасть. Так что это уже будет в следующей части видео. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал, а также нажми на колокол, чтобы тебе приходили извещения о новых видео. И до новых встреч. Пока!